Итак, у нас есть список текстов, в которых встречаются номера телефонов. Нам нужно их отсюда взять и привести к международному формату для, например, SMS-рассылки. Видим, что в данном файле встречается, во-первых, в каждой строке может встречаться несколько номеров телефона. Во-вторых, между цифрами есть разделители, которые нам тоже нужно убрать. В-третьих, видим, что есть номера телефонов, для которых идет просто описание МТС, либо ВЭЛ, а указания номера оператора нету. И видим, что встречаются городские номера телефонов, которые нам не понадобятся для СМС-рассылки. Нам нужны только мобильные телефоны. Для того, чтобы проделать наши операции, мы открываем специально подготовленный файл с макросом Word. Здесь включаем макрос, вставляем в этот файл наши тексты, переходим на закладку «Вид макросы» и запускаем на «Выполнить фон формат». Ждем, пока макрос выполнится. Вот он уже закончил выполняться. Если вдруг макросы у нас не запускаются, выдает ошибку, то необходимо будет зайти в параметры Центра управления безопасностью, параметры Центра управления безопасностью, параметры макросов, и здесь включить все макросы для нашего компьютера, иначе они будут отключены и не будут запускаться в нашем Word файле. Теперь полученный файл, который у нас разбит по строкам в каждом отдельный номер телефона, можем уже вставлять в подготовленную Excel-таблицу, которая будет вытягивать наши данные. Вставляем, удаляем дубликаты, данные удалить дубликаты, сортировать в пределах указанного выделения, удаляем дубликаты. И теперь протягиваем наши формулы до самого низу. Смотрим, до самого низу мы протянули наши формулы. Вот видим, одна ячейка еще осталась. Вот все ячейки у нас заняты. И теперь в последней колонке у нас формируется список номеров телефона уже в международном формате. Мы его берем, выделяем полностью весь, копируем, вставляем на чистый лист как текст. Ctrl, ставить как текст. Удаляем отсюда дубликаты. И вот у нас идут по порядку номера телефонов. Чтобы преобразовать наши номера телефона к виду телефона через разделитель, берем опять же, возвращаемся в Word. Вставляем сюда нашу полученную таблицу. Выделенную таблицу мы преобразуем в текст через разделитель. Как мы это сделаем? Мы идем в конструктор. Данные преобразовать в текст. И заменяем, например, на точку с запятой. Окей. Сделаем замену. Больше специальный символ знак абзаца. И заменить на точку с запятой. Вот у нас получились номера, список номеров телефона через запятую. Если есть лишние в конце, мы их удаляем. Какие преобразования мы делаем в нашем Excel файле? В Excel файле мы, первое, оставляем только номер в первой ячейке. Вот мы удаляем все текстовые значения, оставляем только один единственный номер. Далее определяем первую цифру в этом номере. Далее мы проходимся, определяем, есть ли указание оператора, а это ВЭЛ, МТС, ЛАЙФ, либо БЕЛТ, либо БЕСТ. Далее мы определяем код, который... Правила задачи кода оператора мы нашли в интернете. Вот есть определенное соответствие между последней цифрой в семизначном, первой цифрой в семизначном номере и кодом оператора и кодом, который мы используем в конце нашего формата набора. Далее полученные символы мы сцепляем наш номер телефона с нашим кодом,
И оттуда удаляем только первые 9 символов. К 9 символам прибавляем наш код 375.